370 дополнительных мест появились в детских садах Железнодорожного, Ленинского, Свердловского и Октябрьского районов Красноярска. Готовы предоставить частные дошкольные учреждения, которые получили лицензию и заключили контракт с администрацией. Посещение таких детсадов обойдется родителям в 1500 рублей. Остальные расходы компенсирует городской бюджет. Важно и то, что воспитанники смогут перевестись в государственный садик после того, как им исполнится 5 лет. В ближайшее время администрация планирует приобрести еще более 100 мест в рамках муниципальной программы. У нас продолжается процесс доукомплектования, и мы еще и работаем, и будем работать еще то время, которое нужно будет. Поэтому и те места, которые мы сейчас закупаем дополнительно, они как раз дадут возможность жителям нашего города получить места именно в так называемых районах густой жилой застройки, где, к сожалению, мы не можем всех обеспечить муниципальными садами. И здесь наши партнеры из частных детских садов как раз предлагают нам очень хорошие возможности.